Давайте мы составим настоящий протокол по 26.5. Это у меня одиночные пикеты, а почему так было? В соответствии с федеральным законом номер 54 от 19.6.2004 года, одиночные пикеты являются публичными мероприятиями. Постановление Саратовского правительства. Я там находилась в маске и Вы можете отдавать правильное решение. Она хочет составить здесь протокольное исполнение. Нет возможности составлять сонное исполнение. Почему у вас нет возможности? Вообще протокол они составляются так. Мне нужно хотя бы какую-то там ИБТС сделать, протокол, объяснение то же самое, взять план. Ну да, что вы хотите? Гражданку доставить в отдел для составления протокола под 26. Куда она идет? Помогите. Она должна идет. Там управление для протокола. Чтобы составить протокол, надо сначала объяснить, что она нарушила. Я объяснил, что она нарушила. Я не знаю, что вы ей объяснили. Придете потом. Кем являетесь? Я являюсь депутатом областного. Ваша аудиопра 26.1. Что она нашла? Она осуществляла одиночное пикетирование. Да. Одиночное пикетирование, соответственно, с данным законом 24 является публичным. Соответственно, у нас было публичное мероприятие. Да. Массовое. Вы не видели людей, которые... Почему массовое-то? Массу не видел никого. Она стояла одна, ну да. Ход фиксации была. Я стояла одна. Она стояла одна, не стояла. Что вы хотите? Составьте протокол. Я вам До свидания. Я не могу. Мне нужно доставить гражданку в отдел. Задача понимаете. Блин. Что вы пишете? Я буду иметь физическую силу. Кому? К депутату? Не к депутату. Руки уберите, пожалуйста. Дальше полицейский. Ну что вы делаете? Зачем вы ломаете? Куда? В отдел. Зачем? У меня нет возможности доставить в отдел здесь. Почему? Почему нет? Я не отпущу, не пущу ее никуда. Она с нами проедет. Ну да. Конечно. Александр Владимирович, что вы хотите? Вам объясняю, что я сделал полицию, да. Она без меня не поедет, я поеду, освобожусь полицию. Да ну, у меня сейчас дума. После думы да, мы к вам придем. Нет, вызовите повестку, у меня есть паспорт. Все. Какие проблемы? За что? Вам уже 6.1, я вам еще раз говорю. Вам уже объяснили, понимаете? Данный гражданин пропустите. Я выполнил свои законы, я ничего не нарушил. Какой закон требования, что вы помните? Какие ваши законы требования? Вам уже объяснили. Это не законы требования. Я делал для пикетирования, у нас не запрещено. У нас не запрещено.